Снова мы на Соколе, рядом с харчевня. Кто-то здесь хозяева живут. Рядом. Смотрите, какая красота. Апреля положили цветы, разложили в памяти чернобыльца. Видите, на контровом свете как красиво получается. Это для любителей фото видео. Пока. Доброе утро! Доброе. Не холодно спать здесь? Нет. И давно так, что же, нема жилья. Нет. Ну, конечно, печечка тут. А сам местный, не? Почти. И никто не беспокоит? Нет. Холодно же, но ночи еще холодные. Да не холодно вообще. У меня 4 ватерных одеяла мне. А пацаны не тревожат эти малолетки, не трогают? Нет. А вирус? Вируса не боишься? Он меня не берет. Не берет? А вы что, все верите в вирус? Да я нет, не особо нет. Умирают люди и от гриппа простого. Вирусы эти, они каждый год бывают разные. Да. Ну ладно, удачи. Смешна краина наша также на карантине. Кругом такая красотень. Бархатная сирень. Красивая. Люди сняли намордники, и так хоть бабушка с собачкой вышла прогуляться. Ты что, спрятался? А ну прячься. Опа, вставай. Вставай, вставай. Жарки куда-то помчались. Жизнь продолжается. Утро на Днепровском проспекте. Снова один инфекция на проспекте в Днепровском с утра. Говорят, после пандемии гриппа изменится мир и люди поменяются. То, что мир изменится, я верю. То, что люди поменяется, не верю. Кто воровал, тот и будет воровать. Кто ходил в храмы молиться, тот и будет молиться. Кстати, вот проходил, это городская Новокахуйская прокуратура, коттедж такой на берегу Днепра. Раньше это было коттеджик детского противотуберкулезного санатория Джерельца. Один из коттеджей. Затем он перешел в прокуратуре, а дети теснятся в других там помещениях.
Хотя мест хватает, но все-таки сам факт. Многие депутаты, вот, к примеру, Медведчук и Оксана его, оказывают помощь народу. Вот это я уже не верю. Народ всегда они использовали для того, чтобы прийти к власти, а затем забывали за него. А вот во время карантина есть возможность показать, что они такие добренькие. Но на самом деле-то народу лучше не становится. А предвыборная кампания и момент использовать. Украшением парка становится невеста. Только она расцветает, еще не совсем расцвела, поэтому не так она пышна. Затем будет совсем белая вся красота. Аттракционы на карантине. Детки сидят дома с мамами, с родителями. И как им это все объяснить, что это все временно. Для тех, кто уже не живет в Новой Каховке, сейчас нахожусь на такой площадочке, где была старая автостанция. В настоящее время магазины, И вот и сама автостанция. Теперь сантехника визит. И вот рядом настроили такие строительные. Стройматериалы. Вот банно-прачечный комбинат. Также ремонт часов только остался, а остальное там также магазины, адвокаты, секонды и тому подобное. Это выход я показываю на Первомайскую с рынка, то есть с автостанции старой. Вот и сам банно-прачечный. Видите, по вывескам видно, что здесь и как. Только что узнал, что 1 числа открывается наш самый старый колхозный рынок. На собаки толпами ходят. И все без намордников. Эй, вы карантин нарушаете.